Привет, кролики. В общем, да. Как видите, я живая, я не померла. Прошу еще раз у вас всех прощения за то, что я так долго не выпускаю видео. Первая причина, по которой я не выпускаю видео, это я их еще не сделала. Допустим, да, это понятно. Вторая причина, по которой я не выпускаю видео. У меня сейчас идут конференции, много уроков. Я перешла в 7 класс, у меня добавились другие предметы. Новые предметы, которых я не понимаю вообще, как в них разобраться. Это такие предметы, как алгебра, геометрия, химия, физика. И да. В общем. И из-за этого тоже не выпускается видео, потому что я сижу, делаю домашние задания. Вот тут у меня тетрадки. Я вот делаю на черновике. Алгебру, геометрию разбираюсь. Вот сейчас буду писать самостоятельную дальше. В общем, да. Третья причина, по которой я не выпускаю видео, это мне лень. Ну, наверное, это всем понятно, что лень, она иногда всегда побеждает. И мне реально просто лень доделать видео. Но оно выйдет. Когда-то оно выйдет. Надеюсь, на следующей неделе уж точно. Прошу прощения еще раз, просто богом прощу простения, что я не выпускаю так долго видео, реально. Да сейчас просто разрыв дел, да. Та самая я, которая в свободное время просто сижу, музыку слушаю, с друзьями общаюсь. Ну да ладно, нету свободного времени. Уберем его куда-то, да-да. Четвертая причина, по которой я не выпускаю видео. У меня есть мои лучшие друзья, с которыми я роли чуть ли не каждый день и общаюсь. Да, я такой человек, который может ролить с 5 утра и до 5 утра следующего дня. Не спать. Вот, из-за этого я по ночам могу и не спать. Потому что днем они делают уроки, а я фигней страдаю. Пусть то, как на конференциях побуду. А потом ночью мы ролим. А когда нам еще ролить? До сна там останется там, ну, 2, ну, максимум 4 часа. И все, потом отбой, если так уж пошло. Ну, а что, по-другому не получается, и поэтому приходится ролить и до часу, и до 3, и до 4 иногда бывает. Вообще даже не спать. В принципе, да. Что еще я могу сказать? Почему видео делаются настолько долго? У меня телефон-то подлагивает. И... чтобы вы понимали, если я хочу сделать реакцию персонажей из ролки, ну, которых я выпускала спойлер 8 дней назад. Короче, выпускала спойлер. Во-первых, мне надо еще сделать эти видео для реакции, потому что у меня-то их одно... Ну ладно, скоро будет 2, там одно уже практически готово, мемчик один. Ну, понимаете, что сделать 25 видео для реакции за, ну, хорошо, за неделю, так скажем. Еще когда у тебя плюс домашка, ролка, блин, тебе еще по дому надо и с собаками там пойти погулять, там посуду надо помыть, блядь, или еще что-то. Это сложно. А у меня не 25 рук, у меня 10 пальцев, вот. Которыми я работаю, добилась 26 тысяч. И из-за этого долго не выпускается видео. Прошу прощения, прощу прощения, дорогие мои хорошие кролики. Также у меня еще что делается? У меня делаются арты, у меня делаются ава, у меня делаются авы подписчикам, у меня делаются обработки. Мне сделать надо... Что мне еще надо? А, персы я, кстати, опять меняю. Сколько раз по 13 карт я меняла персов? Напишите мне в комментариях, если вы помните. Сколько раз я уже меняла персов, в какой раз вот это вот? Да, я опять меняю персов. Опять новый стиль и уже в новой гаче. Не в гаче глич. Кстати, про гачи. На что насчет гача глич? Есть приложение PlaceMod. То есть... конечно, их можно скачать и в Гугле, но удобнее будет в PlaceMod, потому что там их гораздо больше, и они там все. В общем, приложение можно скачать как в Гугле, так и в гача... Ой, господи, у меня гача уже голова забита. Приложение можно скачать как в гача... не, все.
Прощай, гача, я улетаю. До свидания. Ладно, не буду улетать. В общем. Приложение можно скачать в Гугле и в Play Market. Наконец-то. Получается, вы когда туда регистрируетесь, ну, там можно и без регистрации, это уже как хотите. То есть вы заходите в строку поиска, у вас там внизу будет 4 значка. Нажимаете на второй, это там поиск, типа обнаружение, если я не ошибаюсь. Обнаружить что-то там. И в строке поиска пишите на английском «Гача клуб». А там уже вам высветятся все моды на гачу, которые есть. Там они разные, там типа будет показано, какие у вас скачаны, какие нет. Там гача лавандрь, гача глич, гача кьют, гача кейф, гача там еще куча гач. Там гача лоскет, гача там универсал, гача универса. Вы можете там найти, что захотите. И другие приложения так же само, и моды на них, и на Майнкрафт, и на Among Us, там, и на Роблокс, и куда угодно. В общем, да. В принципе, чем я постоянно и занята. Страдаю хернёй. Да. Кошмар. В общем, что я еще хотела сказать? Что насчет видео, да. Видео выйдет, наверное, на следующей неделе. Раз я это уже, блядь, говорю. Ладно. Я надеюсь, что моя лень и мои уроки меня не погубят. И я все-таки выпущу эту реакцию. Потому что пока что я ничего не понимаю. Единственное, в чем я с мухой разобралась, это в геометрии. Вот. Пишу самостоятельную. А, ну и в физике немного понимаю. А, видимо, алгебру и химию мне познать не дано. Да. Просто понимаете, у нас такая хрень, что у нас есть неправильные книжки, оказывается. И мне надо идти искать правильную, чтобы в ней работать. Я пока скачала эту книжку по географии правильную, я чуть не умерла, реально. Там пока найдешь автора, пока узнаешь, какой год. Их там 5 миллиардов, триллионов, блядь. И только сколько они там просто пипец. Да. Что насчет видео опять? Видео выйдет на следующей неделе. Я уже сказала это третий раз. Оно выйдет на следующей неделе. Это будет все-таки реакция. Я еще раз говорю, если я не помру от этого всего, что меня окружает в этой жизни, то она выйдет, и я сделаю эти мемы. Также, что насчет сериалов, мини-фильмов? Пристрелите меня. Да, мне придется делать мини-фильм, потому что я обещала, а обещания надо исполнять. Правда, я умру? Ну да ладно. Я легенда, можно умирать, как говорил великий Моргенштерн. Да. Я даже не знаю, что еще можно сказать, у меня слов нету. Просто понимаете, до этого у нас было сколько предметов? Я сейчас не посчитаю, ладно. Математика, украинская мова, украинская литература, зарубежная, география, математика, угормова, укрлит, биология, зарубежные основы. Что у меня еще и было? История. Что еще? История Ледного краю. А, у меня книжек не было, ладно. Подождите, что-то еще. Что я забыла? Английский. Вот что я забыла. Что я еще забыла? Еще одна должна быть. У нас 4 книжки добавилось. Что я еще одну забыла? У меня память дырявая. 3 месяца. Напишите в комментариях, у кого такая же память, как у меня. Ну, короче, 10 у нас книжек было, я не помню, какая 10-я, мне вообще из-за головы, она куда-то туда на Марс улетела. Но
Нам добавило 4 книжки, это как вы поняли. Информатика, вот 10-я книжка. Вот что у нас добавилось. У нас тут вот геометрия добавилась, это одна книжка. Потом физика, химия, господи, и алгебра. Да, кошмар. Как я с этим еще не умерла? Поражаюсь сама собой. Да, засунься. Ёбь твою мать. Все. Лялась. У меня дохренища, дохрена разных тетрадок. Да. Что насчет видосиков, которые типа будут это повседневные? Я, наверное, сделаю, буду выпускать, как я рисую все-таки арты пока что, потому что пока у меня реакция будет в процессе создания, буду выпускать хоть что-то, чтобы хотя бы подавать признаки жизни. А то я умерла на 8 дней, вам ничего не сказала, никому ничего не отвечаю, пишу вот это вот, никому непонятное. Ну, я хотя бы поняла. Мы с Мухой просто все делали только что уроки, самостоялку. Да. Вот это вот. Мы начали писать. Вот. И вот это с Мухой мы писали. Если я не ошибаюсь, часа 2. Спасибо, дорогая геометрия, за самостоятельную в начале года. Готова умереть.